В ефірі програма «Слідство ведуть екстрасенси». Зараз учасники проекту – харків'янка Жанна Шулакова та ясновидиця з Білорусі Гала Поліщук на Одещині. До них по допомогу звернулася мама німого 9-річного хлопчика. Он подпрыгивает над кроватью на 50 где-то сантиметров, 60. Не удержать, не уложить, глаза светятся. Он нас щипает, бьет, кусает. Головная боль. Ребенок плачет. Пояснити, що саме з ним відбувається, дитина не може. Його рідні божеволюють і підозрюють, що хлопчика атакує якась потойбічна сила. Слушайте, ну у вас і свекров. Обалдеть! У нее какие-то безумные глаза, вот человек не в себе, он не соображает, что делает. И она проклинает, боже, она проклинает и мать, и женщин, и женскую судьбу. Это какой-то ужас. Відчуття привели ясновидець до будинку, який близько століття тому побудували дідусь та бабуся нашої героїні. Это ужас. Мужчина ходил сюда все время. Ходил. И выпивших. И так вот прям спотыкается о порог. Фу. А, это ваш муж? Да, второй муж. Какие у него мысли жуткие. Пол лета завтра, и он сидел, себя облил бензин. Факел. Семейное недоверие. Человек ревнует. Причем он к вам пришел з другої сім'ї і зі своїми дітьми, з ребенком, да. Зі своїм першим чоловіком Олена розлучилася, коли була вагітна Тамарою. Він зраджував і бив дружину. Коли доньці було 3 роки, Олена зустріла другого чоловіка – Сергія. Він вас рівнував, що ли, чи що? Так, він старший на 12 років мене був. У нього був дитинок, і от у мене Томочка була. Я думала, що ми разом сійдемося, то він почав рівнувати мене кожному стовбу. Альоні все время не везло з мужчинами. Перший муж, отець старшої дочери, він бросив її беременной. Второй рівнував, угрожав. Прямо, как бы, хотел даже жить самоубийством покончить. Третий, отец Ярослава, тоже с Аленой не остался. Это все было неспроста. Караул. И четко одиночество. Слушайте, ну, у вас и свекровь первая, я вам да, скажу. Она там... Обалдеть. Нехороший человек был. Что має на увазі ясновидиця? До чего тут перша свекруха нашої героїні? Фактически, человек пожелал на одиночество. То есть мужчины из дома должны уходить всегда. Кілька років тому перша свекруха Олени померла. Тож, правда це чи ні, дізнатися вже неможливо. Причому, знаєш, так пальцем тикають фотографію? Угу. Знаєте, як от вас показують, тут тикають прямо фотографію да, пальцем? Да, фотографію. Причому і пальці такі узловаті, такі, знаєте, от коли у чоловіка артрит или что-то, ну, суставы все такие воспаленные, такой прям как костлявый жуткий палец. Ой, фу! Після того, як наша героїня розійшлася з першим чоловіком, її старша донька Тамара невдовзі захворіла. Олена повезла дитину до місцевої знахарки та побачила там свою весільну фотографію. Я приїхала зі своїм дитином туди, я побачила свою фотографію на пеньочку. Говорю, що це за фотографія? Ой, дочка, це приїхала до мене жінка і сказала мені, щоб я зробила що-небудь, бо він не може забути свою першу жінку. Караул. То невже це та магія так подіяла на Ярослава? І саме через неї страждає ні в чому не винна 9-річна дитина. І треба було, щоб від вас уходили мужчини. Ярослава це ніяк не касалось. Проблема була в роду Альони. Мені приходив образ молодої, красивої дівчини. Але я не могла зрозуміти, хто вона. Я вирішила просмотрити судьбу самої Альони. У вас чітко йде. Но 6 раз в жизни вы стояли на грани смерти. Да. И 6 раз практически спасли себя сами. Да, это было такое. Такое ощущение, что вот как город. Да, это в Одессе было. Это не было. Деревня. Ну как вот, две девушки, причем такие, да ну, молоденькие девушки. Ну, это я с подружкой своей шла. И вот такое ощущение, что тут хватают. Угу. Вот буквально считанные секунды. Вот. Он шумышный так вот напротив проходит, считанный вдвоем, и он идет напротив. Я как-то последний, навстречу, да, я как-то последнюю минуту увидела вот этот блестящий нож, да, вот это такой. Я ее толкнула и сама отпрыгнула, и мы убежали, мы там пищали. Це сталося в Одесі. Олені було 16. Вона вчилася в технікумі на дизайнера. І йшла з подружкою з пар. Наче ні звідки з'явився невідомий чоловік з ножем та накинувся на дівчат.
Он как-то промазал. И ми начали так біжали і плакали, і кричали. Там люди позбігались, ми убіжали. Але це був лише початок. Через два місяці Олена знову ледь не загинула. Їхала машина така чорна. Мені цепанули за руку. Так, там сиділи мужчини, чоловіка 4. Вони як не русські такі. Є всі лисі, як я тоді запам'ятала. Начали тягнути мене в машину. Я почала кричати, і я як-то упала, вирвалася і упала. Не уїхали. Чорна Волга, 24-ка. І такий сміх йде, противний. Таке було. Хто були ці люди, Олена не знає. І чому хотіли затягнути її до машини, гадки немає. Але через деякий час до неї на вулиці підійшов незнайомий чоловік і попередив, аби вона негайно виїхала з міста, інакше її вб'ють. Говорить, якщо ти не уїдеш, тебе уберуть. Я говорю, а так як? Тебе проіграли в карти. Я говорю, за що? Ну, ти йшла в якомусь розовому цвіті, як мені об'яснити, що там, як мені на розовий цвіт могли проіграти, я не знаю. Аби зрозуміти, що сталося з нашою героїнею і за що її хотіли вбити, ми відпрацювали різні версії. Знайшли жінку, яка жила в Одесі у той самий час, що й Олена. І те, що вона нам розповіла, просто не вкладається в голові. Сленгом в катранах грали в карти. Катрани – це таке заведення, де збираються і грають на гроші в карти. Якщо не мав можливості розрахуватися грошами, або там, то могли проіграти чоловіка, допустим, дівчинку, могли проіграти на насильственне дійство, або на смерть. Найжахливіше, що сама жертва могла навіть не знати свого вбивцю і ніколи в житті не бачитися з ним. І тим паче не підозрювати, що за мить її життя закінчиться лише через те, що сьогодні одягла червону сукню або синю кофту. Ті, яким проігрували, вони самі придумували, яку вибирати жертву. Я ж кажу, могли по одежді, могли по цвету волос, могли в определенне время, в определенном місці, допустим, на вулиці Дерибасовська, в 7 часов вечора, буде йти дівчина. Це совершенно мог бути случайний чоловік. У меня такое ощущение, что это идет не на то, чтобы вы погибли, а именно все время вас держать в каком-то испуге, в страданиях. Мне постоянно снился сон, что я должна 3-4 умереть. И вот подходит это время, мне вот сначала за полгода, потом за 4 месяца, потом за 3, а потом каждый день мне... Ты не забыла, что тебе уже 3-4 скоро? Ты не забыла? Вот тебе осталось 10 дней, тебе осталось 8 дней. Я думала, что у меня крыша уйдет. Нам не давали покоя вопросы. Почему с Аленой все это происходило? Может быть, это связано с тем, что происходит с ее ребенком? Женщина при рождении чуть не стала инвалидом. Страдала, будучи подростком. Завезли меня в роддом утром, а я родила ее аж без 5-10 вечора. І я кричала сильно і потеряла сознання, мене забрали, і так я не був, родила мале. І на мене придушилось у валюний глаз. І вона на один глазик дивилася, а на один ні. І так випустив, Бог милу. Як з'ясувалося, мама Олени в дитинстві теж страждала на дивну хворобу. Аби піти до лікаря, тоді і мови не було. Місцева знахарка порадила носити дитя у верби. Люди здавна вірили, що ці дерева мають цілющу силу. Мама казала, що в дитинстві боліла, я боліла до 7 років. От просто до 7 років бідно носила на руках у вербах, щоб це. І я, як не знаю, чудом 7 років як наче переключила. Це була як зацепка. Получалось, що маленькі діти в цьому роду все время тяжело боліють, заставляє тим самим страдати матерей. Но вони не вмирають, а переростають свої болезні, рождають своїх дітей, вони починають боліти і починають сами страдать от того, что их дети тоже болеют. Это все было как замкнутый круг. Надо было понять, почему это все происходит. Почему Ярослав не перерастает свою болезнь, а она как бы начинает разъедать и уничтожать его изнутри. Там кто-то бегает. Господи. Это маленькое что-то. Пойдем все-таки посмотрим, Галь. Я лучше выйду на улицу, можно? Просто можете отойти туда чуть-чуть. Галя! Да. Иди сюда. Это детские голоса мне идут. И да, они бегут да. Туда, бегут и шумят. Караул. Ай-яй! Слушай, это ужас какой. Гала, два ребенка, которые бегают и шумят, они маленькие дети. Маленькие. И они играются. Вот с этими детьми играется мальчик. Когда он становится и что-то видит, он с ними играет. Да, они шмёртвые. Эти маленькие детки, маленькие, совсем где-то годик. Чьи же это дети-то?
буду там уже мужа не дали. Я туда больше не пойду. Що це за діти, яких побачили ясновидиці? І чому вони бігають по цьому будинку? По дому бігали духи двох маленьких мальчиков. Скорее всего, Ярослав их тоже видит. Особенно, когда перед приступом он замыкается и смотрит в одну точку. Он смотрит именно на них и разговаривает и играется с ними. Духи очень хотели, чтобы мы их заметили и дали нам подсказки. Ну это просто кошмар. Скинули со стены их фотографию или картину. Карты просто выбили у меня из рук. Там все карты мои высыпались. Мураки бегают. Там два маленьких ребенка. Они как котята играются. Шебуршат. Там умерли близнецы. И один за другим умирает через месяц. 11 месяцев и 12. Вашей мамы? Это моей бабушки. Ці близнята були першими дітьми Олениної бабусі. Вони народилися близько 80 років тому. Один в 11 місяців помер, один в год. Їх, як називалось раніше, дітське. У ті часи вважалося нормальним, коли помирає маленька дитина. І будь-яку хворобу, що призвела до смерті малюка, називали дитячою. У меня дочка старшая слышит вот ночью, но когда приезжает очень редко, и слышит, что кто-то под окнами топает. Нет, близнецы тут ни при чем совсем. Они ему больше как товарищи в игре. Вернее, он им как товарищ в игре. Но ни в коем случае не от него у ребенка такие проблемы. Эти близнецы умерли не просто так. Они стали как бы расплатой. Получается, что сейчас должен погибнуть Ярослав. И причина именно магическая. Понимаешь, такое проклятие, вот из опыта Жанна, это может быть либо когда убивают своего ребенка, да, либо когда убивает двойное как убийство. Например, убить беременную женщину, да, надо смотреть вашу бабушку. Это да. Бабушку, прабабушку. Прабабушка и прабабушка. Это далеко. Это, да, это в глубину. Ну, не знаю, сколько я слышала, сколько моя мама помнит, говорит, такого больше ничего такого я не знаю. А у вас есть семейное кладбище? Да, здесь на кладбище есть, вот недалеко от нас, метров 200. А можно нам туда попасть? Да. А вот рядышком. Давайте пройдем метров кладбище. Метров 200-300, вот так. Да. Ясновидиці разом з Оленою йдуть на цвинтар. Чи вдасться їм щось там відчути? Слушай, Афанита, отсюда. О, отсюда, Жанна. Отсюда. Нет, дальше нет. Я тебе сейчас скажу. Женская. Сейчас мы посмотрим, чья женская. Смотри. Вот это. Лежит женщина. Четко. Это ваша прабабушка? Да, это моя прабабушка. Да, пришла к моей бабушке. А мальчика прабабушка получается. Да, прабабушка это Мария. Я почувствовала, что именно эта женщина виновата в том, что происходит в роду у Ярослава. Такое женское. Вот здесь вот, понимаешь, как проклятие. Вот. Ой, караул, а ненависти сколько. Это на нее ненависть или у нее? На нее. Мне показали мужа этой женщины. Он тоже внезапно и рано умер. Она осталась одна. И на руках у нее куча детей. И она сама их всех тянет, воспитывает. Ей ой, как тяжело. У прабабусі нашої героїні Марії справді було п'ятеро дітей. Вона виховувала їх сама. Заміж так і не вийшла. От нее, вот смотри, как она давно похоронена, какая сила идет. Она настолько сильного характера была. Одна ей было тяжело воспитывать всех. Она боялась, чтобы все выросли нормально, потому что в основном были много девочек и один мальчик. Чтобы никто ничего плохого не сказал. И она их держала в ежовых рукавицах. Слушай, а ты знаешь, что мне показывает? Как будто она должна отдать ребенка по договоренности, как бы замуж. Жанна, она просто... Вот ты сейчас говоришь, она должна отдать, она прямо... Вот так вот, понимаешь, всплеск пошел. Как столб отсюда поднялся какой-то. Мне показали картинку. Дом, в котором жила эта женщина. К ней приходит мужчина и договаривается о чем-то. Как бы, чтобы она отдала ему свою дочь. Як з'ясувалося, бабуся нашої героїні Ніна мешкала у цьому ж селі. Її будинок зберігся і досі. Тогда мы решили пойти в дом, где жила эта женщина. И именно там впоследствии мы все выяснили.
Будинок, де жила ця жінка, дістався у спадок Олениним родичам. Зараз вони здають це житло. Теперішні орендатори були проти, аби ясновидиці заходили всередину, але дозволили їм попрацювати у дворі. Меня сразу же как будто ударила энергетика убийства, которое совершила хозяйка дома, прабабушка нашей героини. Все равно, ты знаешь, вот ощущение на могиле. Я тебе скажу то же самое ощущение. Невыполненного обещания или договоренности. Сейчас я возьму карту, Галя. Мне очень интересно, что это за обещание-то такое. Смотри. Такси, пожалуйста. Семейная могила для девочки. Для девушки, я бы сказала. Для девушки, молодая девушка, видишь. Про яку обіцянку йдеться? Могилу якої молодої дівчини бачать ясновидиці? І як усе це стосується того, що відбувається з 9-річним Ярославом? Я видела картину, что-то вспомнилось, в Москве, в Третьяковке. Там такая картина, если Иван Грозный убивает своего сына. И вот так прямо скрутило все солнечное сплетение. И там тоже удар такой был, как вот как в голову. Хочешь сказать, что девочку побили? Практически убили. Практически убила мать. Боже. Мать. Она ее хватает и вот так вот за шею и начинает об стенку вот так вот, как бить головой. Боже. У нее какие-то безумные глаза, вот именно как у Ивана Грозного. Понимаешь, то есть человек не в себе, он не соображает, что делает. Это мама, это мать. Ты хочешь такая... сказать, что получается, это Мария побила собственную дочь в этом доме? Да. Олена долго не розуміла, про що йдеться. А потім згадала про страшний випадок. У Марії була старша донька. Сина Олени звати Ярослав. А старшу доньку його прабабусі – Ярослава. Рідні ласкаво називали її Яруня. Вона померла дуже молодою через те, що її побила мати. Раза два, чотири вдала, чи може десь невдобно попала, чи немає, це неізвісно. І вона всю життя плакалась на себе, що це так не вийшло, що це вона, виходить, винувата. Сина нашої героїні звати Ярослав. И имя его убитой родственницы тоже Ярослава. Это не просто совпадение. С нее все горе в этой семье и началось. А на Ярославе должно закончиться. Але чому мама побила рідну дитину так, що та померла? А могла девочка быть обещана кому-то замуж? Я не знаю. Я как слышала, что она где-то ее видели с молодым человеком и пришли домой, соседи сказали, он там Яруню получается. Да, да, он твоя Яруня, там с кем-то ходила. Ну, и она когда пришла домой, а бабушка тогда была очень строгая, прабабушка, она боялась, чтобы, ну, знаете, как в то время, ну, не дай бог, не выйти без мужа замуж и ну, ребенка не привезти. Ну, и она ее там ударила. Цілком можливо, що Марія хотіла віддати Яруню заміж за багатого нареченого і пообіцяла комусь свою дитину. А коли дізналася, що в неї вже є коханий, запідозрила, що донька вагітна і дуже розлютилася. Але як це стосується того, що відбувається з Ярославом? Яруня, яку як би вбила собственна мать, була беременна, дійсно, і вона розуміла, що зараз умре, ребенка ніколи не побачить і замуж ніколи не вийде. От тому з її уст і почали злітати прокляття, щоб діти боліли, а матері за цього страдали. І в кожному поколінні умирав мальчик, що, в принципі, должно було привести к тому, що род просто би исчез. Вона не зразу умерла. Полежала 2 недели, и она умерла. У нее очень болит голова, там гематома в голове. И она проклинает, боже. А ну подожди. Она проклинает и мать, и женщин, и женскую судьбу. Это какой-то ужас. Смотри, скрытая проплата. Сейчас я тебе расскажу. В каждом роду умирает по одному ребенку. В обязательном порядке. Смотри, а род Ярослава и ваш, получается, он проплачен ребенком, который умер раньше. Потому что их было два. Один умер
маленьким совсем, второй умер постарше. То есть вот этими близнецами. То есть ваше поколение должно было не пострадать, потому что умерли уже два. И, Жанна, тут не только смерть, а именно женские мучения, чтобы женщины мучились. Чтобы вымерли поколения на корню. То есть род должен как таковой перестать существовать. Теперь я понимаю, провода – это связь с родом. Как лезут в голову. Это аллегория. Мы не всегда понимаем, что именно хотят нам сказать. Это провод от одной женщины к другой, от одной к другой. И все тянется малышу в голову. Цепочки вот эти, которые не прерываются. Ярослав родился во спасение рода. Он является так называемым откупом. И сколько лет жизни даст ему Бог, столько семье мальчика отмерено наказание. На самом деле... Господь дал вам подарок для того, чтобы этот мальчик пришел и очистил весь ваш род. Нельзя его загонять в какие-то определенные рамки. Я так думаю, Галь, надо ехать домой. Мы будем восстанавливать ребеночка, я с малышом поработаем. Ясновидиці повернулися до Ярослава. І ще кілька годин промовляли над ним якісь закляття і проводили ритуали. А потім їх довго не відпускала сама Олена. Запитувала, як правильно поводитися із сином, аби не зашкодити, а допомогти йому. Я дуже благодарна екстрасенсам, які допомогли. Розставили все на точки, откуда це все йде і хто в цьому виноват. Я вже тепер хоч знаю, що ребенок вже мене як ангел-хранитель захищає наш род. У наступній програмі молоду красуню кличуть на той світ її батьки, які загинули в ДТП 18 років тому. Говорять, Марін, ми тебе все-таки ждемо, давай приходи. Вони приходять, аби забрати те, що у них вкрали. Анна, йди сюди! Що сталося? У мене ноги как будто віднімаються. Енергія тут рухається, наче проти часової стрілки. Вона як вихор. І що ти з ним зробила? Мамі принесла додому. Ну, я це бачу взагалі як порчу на смерть.